Сегодня лично известен российский музыкант, публицист, поэт Олег Судаков, известный также как Манагер. Олег, здравствуйте. Приветствую. Олег, судя по вашему сайту, у вас очень насыщенный гастрольный график. Скажите, пожалуйста, вы сейчас, вот в 2017 году, выступаете как сольный артист или же все в составе группы? А, как правило, смешанная программа бывает, и акустика, и с Родиной иногда играем, и с коммунизмом. Как бы три проекта, ну, более на этот момент нету. И время от времени и электричество бывает, ну, конечно, чаще акустика, потому что как бы для андеграундных музыкантов редко удается, ну, скажем так, самоокупиться, если длинный тур. То есть народу ходит не очень много, и поэтому приходится совмещать, чтобы как-то и выживать, и в то же время не забывать о главном направлении любого музыканта, ну, рокера, это, конечно, электричество. Скажите, вы, как человек творческий, вас сейчас не смущают вот эти вот рыночные отношения, когда вы должны своим творчеством еще и выживать? Ну, здесь же смущает или не смущает, во-первых, рыночные отношения начались лет 25 назад, поэтому если смущает до сих пор, ты инфантильный. Если не смущает, ты каким-то образом привык. Если по-прежнему играешь, значит, тебе хватает того, чего ты зарабатываешь. И ты пытаешься как бы делать, ну, любимое дело без сомнения или важное дело. Тут много разных эпитетов можно принести. Ну, вот я отношусь к последней группе людей, которые это продолжают делать. Понятно. Вас приписывают представителям сибирского андеграунда. Скажите, пожалуйста, сейчас это понятие еще существует или его уже нет, оно переформатировалось? Я думаю, что по-прежнему существует, потому что как минимум половина музыкантов, вот, которые начинали в середине 80-х, в конце 80-х, еще, ну, может быть, не половина, половина жива, а треть из них играет. Может быть, в рамках своего региона в большую степень, может быть, получив большую известность, ну, допустим, как Калинов мост, который, как правило, не относится к сибирскому панку или к сибирской волне, но, тем не менее, они начинали, как и все, и, ну, вот, волею судьбы они стали очень знамениты, ну, как бы, общероссийского масштаба. Вот, ну, их, как бы, две такие группы, «Гражданская оборона» и «Калинов мост», наиболее яркие. А остальные в меньшую степень поимели известность, популярность или как бы отклик у своего поколения, у следующего поколения. Но по-прежнему еще играют и даже во всех аннотациях так и продолжают писать, что это сипанк или сибирская волна. И все понимают, о чем идет речь и откуда как бы растут корни. На ваш взгляд, популярность от чего зависит? От таланта, от продвижения или от времени, когда это было создано? Талант, конечно, да. Продвижение в меньшую степень, да, потому что история, опять же, если брать Калинов мост и ГО, особой рекламы, особого как бы внедрения там денег или средств на этот счет, ну, не наблюдается там соизмеримо с разными другими, допустим, рокерами там Москвы или Питера, ну, я имею в виду такого масштаба, как ДДТ или там «Машина времени». Вот. А еще важную роль играет, кроме таланта, это как бы отклик или как бы разговор на одной волне. Кому-то везет быть понятым очень широким кругом людей. Ну, вот так вот выходит, что это и харизма самого лидера, и манера, ну, как бы стихосложения или мышления, представления. А кому-то везет в меньшую степень, либо у них подход очень авангардный или странный, либо они как-то мыслят сложно, либо вот круг людей, к которым они относятся, он не так велик. Поэтому вот и от этого величина популярности. Олег, вам в начале мая исполнилось 55 лет. В моем понимании, это, наверное, уже серьезная цифра для мужчины. А, наверное, я говорю только потому, что мне еще далеко до этой даты. Мне, знаете, что интересно? Вот Олег сейчас к вот этому возрасту, он сильно изменился со времен гражданской обороны, родины, коммунизма? И больше ли он вам сейчас нравится? Ну, вопрос, как мы немножко успели поговорить, не такой простой, как кажется.
Я думаю, что изменение прям есть, насколько оно сильно, судить очень трудно, потому что, ну, как бы проценты, качество здесь не сыграет роли. Либо ты совершенно другой, либо ты похож на себя хоть сколько-то. Вот как бы в этих категориях я на себя хоть сколько-то похож. Но в чем-то, конечно, есть изменения. Ну, касаемо, допустим, некоторой запальчивости или чрезмерной поспешности в решении разных вопросов. Некоторая доля максимализма отошла на второй план, потому что опыт заставляет человека видеть любое явление хотя бы с трех сторон. Ну, как бы оно становится более многогранным. Ранее было более, ну, в чем-то упрощено, был плюс или минус, было да или нет. А остальное, что называется, от лукавого. Сейчас ты понимаешь, что действительно есть и да, и нет, и ситуация да-нет, и в разных других вариациях. То есть они реально существуют. Это в некотором смысле, ну, как бы было открытие, откровение, оно с течением времени как бы происходило там. Незаметно для любого человека в 40 лет, 45, в 50, ты вдруг понимаешь, что ты чуть-чуть иначе смотришь на вещи. Ну вот, если так коротко ответить, то... Но доволен ли я собой? Ну, конечно же, да. Если человек живет в гармонии, что называется, умеет любить себя, стало быть, может полюбить и другого, так вот коротко скажем, тогда это очень хорошо, и он на правильном пути. Если же человек там, ну, не знаю, в депрессии, или пьет, или его сильно изнутри колотит неразрешенные вопросы, то это означает, что он все-таки где-то ошибся и так и не решил эту ошибку. Мне кажется, что вот таких глобальных ошибок в отношении себя я не совершил, и поэтому я с собой в очень большом мире и ладу. Давайте перенесемся во времена гражданской обороны. Вы были менеджером группы. Какое странное слово для тех, вам не кажется? Собственно, поэтому-то манагер и пошло оттуда. Ну, на самом деле это не совсем так. Расскажите, да. Да, вот... Когда возник первый, точнее, как бы, ну да, значит, первый фестиваль в Новосибирске рок-музыки, значит, мы туда просто так поехали. Неожиданно, значит, не пустили звук ему на фестиваль, и, значит, возникло такое окно, пауза, и вот стали искать замену, и выступила гражданская оборона. Ну, в первом и единственном составе Летов и два брата Лищенко. Причем до этого Женя и Олег, ну, братья Лищенко, придумали такой очень эпатажный панк-альбом под названием «Адольф Гитлер» без проповеди, а наоборот с большим-большим критическим взглядом. И они сыграли 6 песен оттуда, а Егор сыграл 4 свои песни. Был большой скандал, был большой фурор, был большой эпатаж, совершенно немыслимое ощущение в зале, потому что так никто никогда не играл, и этого просто Новосибирск не видел. И когда как бы стали завершать выступление, ну там прям звукорежиссер сказал в мониторы Егору, что вы прекращайте, ребята, сейчас просто свинтит весь фестиваль, и мало никому не покажется. Вот, но все-таки 10 песен сыграли. Вот, и их, значит, они ушли в гримерку, и туда пришел, по-моему, третий секретарь обкома КПСС, товарищ Слуянов. Очень долго их ругал, обвинял и угрожал. А мы с Сергеем Сергеевым мялись около входа, и в один из моментов я говорю: Серега, надо заходить, потому что какой-то маразм. Мы же друзья. Я комсомольцу сказал, говорю: я директор группы, имею право зайти. Он говорит: вообще заходи, ты сейчас тоже получишь больших-больших пистонов во все места. Я зашел, послушал минут 5 или 7, как Слуянов их распинал, а они все смеялись, язвили над ним. И потом, значит, прочел такую 5-минутную или 7-минутную лекцию ему по поводу КПСС, по поводу перестройки, по поводу рок-н-ролла, по поводу молодежи и по поводу его полного непонимания, отсталости и заблуждения в отношении того, что здесь происходит и как к этому надо относиться. Он обалдел, потому что какой-то там, по его мнению, пацан его учит жизни, причем убеждает его, что он не просто отсталый человек, он просто нарушает линию партии, и, возможно, ему нагорит, и этот пацан, ну, то бишь я, ему в этом угрожает. Он покраснел, он не нашелся, что сказать, и убежал. Ну, я, естественно, добавлял немножко цитат из Маркса, из Ницше,
чтобы так было совершенно бронебойно. Вот. И после этого Егор Летов сказал, так это наш менеджер или манагер. Ну, то есть он немножко изучал английский язык и понимал, что это директор по-английски. Ну, соответственно, вот это вот имя директор ко мне и прилипло в англоязычном роде. Я был менеджером, собственно говоря, вот на один концерт на полчаса. А уже на второй концерт я репетировал как барабанщик ГО, потому что барабанщика не было. Ну, из меня барабанщик тогда не получился, точнее, получился никакой. Егор сказал, будешь шоуменом, а я буду играть и петь, потому что это невозможно. Ритм ты держишь сикость-накость, а нам играть 14 песен. Позориться я не стану. Вот, собственно, вся история. Вы не отказались от прилипшего к вам, как вы сами выразились, да? Не совсем так. Я пытался 2 или 3 раза придумать себе новый псевдоним. Я был Домиником, я был Архипом. И, собственно говоря, ни одно из этих имен ко мне не прилипло. А вот манагер и менеджер, или манагер, и по-разному склоняют, причем некоторые полагают, что такое имя происходит от манаги, есть манага, есть такое как бы полунаркотическое зелье, и полагают, что вот крутой мужик, как себя назвал. Это ошибка. Да, все произошло именно вот на том концерте ГО. Олег, спасибо вам большое, что вы нашли время с нами встретиться, за ваш рассказ, удачи и побольше, наверное, гастрольных. Спасибо и вам, всей группе, и Денису за то, что вырвали меня из таких сложных моментов, в которых я сейчас находился, ну, чисто по решению вопросов. И я, да, житейских, и смог побывать здесь на интервью. Спасибо вам большое, спасибо.